о реализации проекта помощи планете Земля. От слов к делу. Бутерброд Людмила Михайловна, во Вселенной, космической медицине и других направлениях. Постепенно эти знания накопились в очень объемный материал. Одновременно шел поиск различных ученых и институтов, которые могли применить эти знания на практике. И в результате этих событий сформировался проект, получивший название «Ноосферная акт-волна». Название состоит из трех слов, которые показывают основную его тематику. Термин «ноосфера» был введен академиком Владимиром Вернадским. Он описывает связь процессов на планете, таких как биосфера с космическими факторами. И ноосферу можно охарактеризовать как информационное поле планеты, состояние которого зависит от процессов, которые на ней происходят. Арт значит искусство, она несет красоту и гармонию человека. Слово «волна» выбранное не случайно в связи с тем, что вся Вселенная состоит из набора волн разной частоты. Проект состоит из 13 частей, развитие которого поможет выйти на новый этап гармонизации человечества и планеты в целом. Ну, в этом докладе я сообщила о некоторых частях проекта, реализация которых происходит в данный момент. Вот желающих участвовать в проекте на космохиллер.ком мы ждем. Значит, собрано уже 1300 человек. Космохиллер.ком. Там вообще было космохиллер, так пишется, .ком. Можно, да? Спасибо вам за внимание. Спасибо огромное Людмиле Михайловне, и хочется ей пожелать успехов в ее, ну, действительно благородном деле. Вот.